Всем привет! Сегодня у нас началось утро сразу же с теста нового вольта, которого я прокачал на 12, и мы будем его тестировать сегодня, смотреть, какие же изменения, стоит ли его качать на 12 скилл. Что он дает на 12? Бьет током 3 раза 6 случайных противников в течение 2 секунд, нанося урон равный 790% от атаки. Каждому накладывая ослепление на 1,7 секунды, все атаки врага не попадают в цель. То есть так работает его умение. Получает иммунитет к урону и от атак, увеличивает шанс критической атаки на 96% на 4 секунды. Кулдаун 5 секунд. Имеет иммунитет к оглушению и страху. Ну, сам по себе вольт ушел в прошлое с выходом Некроса. Многие его используют. Я его использую в определенных локациях на Архидемоне тоже, поэтому решил его все-таки прокачать. Так, мы будем тестировать вольта с богом войны на максимальный урон. Ну, поставил сюда этого нового питомца, слизнячка. Желейку я его так называю. Так, смотрите, бонус судьбы вот такой у нас, 32600, атака выросла, сопротивление, уклонение, точность, крит, удар. По снаряге тут стоит пиромах, я пока тестирую на архидемоне. В созвездиях стоит на крит, удар и атака. Ну, то я тоже, я как бы не заморачиваюсь над этим, потому что его редко использую. Так, ну побежали, потестим в рейдах, посмотрим. Вот такая у нас база, стрелок и 6 героев. Ну, давайте смотрим урон. 270, 180, ну и все. До свидания, хранитель. Так, ну стрелок тут, ну Рино снесли хранителя. Правда, 180 уровень, ну все равно неплохо. Давайте посмотрим, какие у нас изменения есть. Где там наши вольты? Вот они. На 10 скилле у нас было 5 целей и ослепление 1,7 секунды. На 11 у нас уже 750% от атаки плюс 30%. Ну, это так, это не особо много и не мало. Но у нас добавляется одна цель и добавляется ослепление еще на 0,1 секунды. Это очень круто. Но на 12 уже вырастает у нас получается плюс 70% и ослепление плюс 0,2 секунды. И тоже 6 целей. Вот это круто. Ну и плюс мы имеем дополнительно бонусы в статах, которые тоже очень немаловажны. Так. Ну, тут везде юниты. Сейчас найдем базу без юнитов. Вот, вроде есть какая-то база без юнитов. Смотрим. Бам, бам, бам. Ну, все, три захода их нету. Правда, мы убились об хранителя, но... Ну, круто, круто. Это без всяких бафов, усилений. Мы уже дамажим, дай боже. Так, а теперь давайте вот так сделаем. Раз, два, три. Ай, нас заблочили, не дали нам ударить. Конечно, он сам по себе как был ватным, так и есть. Единственный вариант, если его в уклонение нарулить, чтобы дольше жил, не так по нему попадали. Ну, все же, смотрите. 350-400 криты вылетают. Сейчас нас, наверное, тут убьют. Убился. Но база. Фактически два залпа. И у нас вот герои с 200-ми левелами просто пропали. Он у меня был раньше собран еще плюс 25 атаки. Ну, сами себе представляете. То есть мы будем намного быстрее убивать. Но пока такая вот сборка у меня. Сама суть скелета, что мы бьем уже не... Давайте анубом зачистим. Мы бьем уже не 5 целей, а бьем 6. Это очень круто.
Миссанул. Видите, какая польза от Ареса уже? Никакой. Так, раз ударил. Просто не может попасть. Два ударил. Сейчас пусть они его добьют. Мы выпустим Вольта. Вот добивайте уже. Все никак не могут справиться. Вот вам Анубис с 12-м скиллом. Такое чувство, что он сейчас... Не, Франки все-таки его добил. Так, сейчас пусть все спадет. Смотрим на урон. 240. Вот Франки включил. Ну, ворожай просто не выжил даже. Вот новый питомец, он бьет. Кстати, он бьет тоже по героям только. И получается, герои начинают миссовать. Что у нас там на 16%? Это немало. Если поставить еще на него, на какого-то героя, слоника, получается, по вашему герою просто не смогут попасть. Так, смотрим, что у нас тут. Раз, два, три. Ну, не знаю, смотрите, там осталась половина героев, и то они уже подбитые. Хранителю он даже не даст, походу, да, даже, а не отдал ключиться. Вот сейчас интересно будет посмотреть. Не знаю, хранитель, наверное, с каменкой какой-то или что. Ну, смысл есть качать. На 11 скилл это точно. А вот дальше это уже, я считаю, нецелесообразная будет трата кулаков в начальных аккаунтах. Смотрим. 266. Ну, то есть 500. 500 вылетает крит. Это не при максимальной прокачке на урон. Питомец тоже, смотрю, 90к бьет. Дай боже. Ну вот так вот база разобрана. 25% даже. Вот сейчас интересно будет посмотреть на него против Анубиса. Правда, у него отхила нет. Ну все, Анубис пропал. Ну, я не знаю. Мне нравится. Мне, как обычно, нравится. Но оно того стоит. Тем более, у многих он есть. И докачать героя стоит. Так, смотрим, что у нас тут. 253. Ну, вот, три залпа, и еще герои стоят. То есть, у нас получается, насколько я только что увидел, что у нас даже после того, как сработал скилл, некоторые герои еще стоят под ослеплением. Я не знаю, с чем это связано. Так, смотрим против нас Рино. Ну, Рино тоже не выжил. Вот вам возрождение Вольта, которого все недавно списали. Потому что действительно он уже после выходящих обновлений просто утерял свою актуальность. Ну... Так, ну тут нас сейчас просто жуют. Да. Так, давайте потестим. Посмотрим на него в королевской битве. Сейчас я его одного поставлю. А давайте, кстати, его сейчас в какую-то пачку определим. Так, тут уберем Рину, поставим Вольта с БВшкой. Интересно будет посмотреть. Так, Вольт с БВ. Стрелка. Стрелка уберем, поставим ворожая. Сейчас только мы на ворожая. Еще надо было бы неплохо питомцев расставить. Так. Сейчас я руны у кого-то заберу.
Так, сделаем так. И кто там у нас еще есть? Ну, побежали, попробуем так. Самое интересное посмотреть на его урон. Так, понятно все. Убираем всех. Ставим одного вольта. Я думал, там алтарь какой-то заряженный будет. Вот наш вольт, смотрим. Ну, красиво смотрится, конечно. Прорисовка его со скином. Смотрите, как Афина его жестко. Жестко просто. Давайте поставим его ближе, чтобы он смог включиться. Жесть. Так, хорошо, значит, сделаем по-другому сейчас. Уберем этого питомца, поставим ему слона, чтобы по нем не так часто попадали. Ну, как видите, Афина есть Афина. Плюс еще дополнение с другими героями, тут ты ничего не сделаешь. Тут ни один герой не устоит. Ну, включайся. Включился, но, как видите, срабатывает. Давайте дальше попробуем. Срабатывает ведьма, выпускает своих. Мы даже не успеваем ударить. Так, хорошо, давайте ударную пачку возьмем. А вот моя Афина. С богом войны. Так, есть, отобрали. Давайте потестируем его. Посмотрим, как он против пачек будет. 6 целей. 200, 128. Ну, как Анубис, которого, я надеюсь, вы смотрели. Обзор на 12-12, где-то приблизительно такой же урон. Только тут 3 залпа идет. И плюс там он собран полностью еще плюс 25 выпад, а тут выпада нету. Ну, явно покруче. Так, вот раз ослепление, 2, 3. Ну, круто, круто, круто. У нас получается 0,2 секунды десятых. Это тоже немало. Дополнительно еще. Плюс урона немерено, плюс одна цель. Вот 9 целей у нас, смотрим. 1, 2, 3. Ну, однозначно да. Качать есть смысл. Герой, у кого он есть, они используют его на архидемоне, ослепляют. У него выросли базовые статы, его плюс цели. Ну, в принципе, там целей много это и не надо, но в PvP режимах, таких как забытая битва, очень-очень хорошо сейчас будет себя показывать. Если раньше у нас там были, стояли герои, у которых там было 5 героев и все, то сейчас у героев есть там приспешники разные и все, что хочешь, поэтому чем больше целей у него будет, тем лучше. Ну, криты, конечно, у него фигачат за счет его умения. Вообще жестко, жестко. Ну, справляется. Так, давайте потестируем, посмотрим на урон. Сейчас я уберу всех ненужных. Так, его оставим. Купа. Анубиса уберем. Хранителя уберем. Попробуем его одного. Потестируем на турнире героев. Так, 16-я волна. Правда, он тут не выживет. Но все может быть. 6 целей все-таки. Смотрим дамаг. Ой-ой-ой, смотрите, это жестко. Реально жестко. 18 целей получается. Он просто их снес. Круто. Смотрим, Влад Дракула. Ну, в принципе, они неплохо зашли.
Раз, два. Да, все понятно. Так, а ну-ка еще разок. Давайте еще разок 16-ю луну. Феи сейчас не дадут ему просто зарядиться. Ну давайте, ближе подходите. Ну, бешеный у него урон. По-моему, он их там даже сносит. Ну-ну-ну-ну-ну, дайте включиться. Так, ну. А, его сейчас так унесут. Отхила у нас нет. Ну, неплохо, тоже справился бы, был бы отхил. А, так, что у нас еще? Давайте попробуем на фарм-локациях. Я думаю, вам покажу его попозже. Там, в принципе, нечего показывать. На лаве у нас бегают с ним. И это будет еще один плюс, то, что 6 целей. Побежим в... Давайте на арену. Я не знаю, какая там у меня пачка собрана. Так, кого оставим? Давайте сюда ворожея с каменкой поставим. Не, давайте с воодушевлением поставим. Так, Вольта берем. Теку выбираем, Душика выбираем. Афину с воодушевлением поставим. Ради интереса. Они, правда, не собраны все, но... Так. Три. На Нубиса брать не будем. Бигфут пусть будет. Ворожей есть. Кого возьмем еще? Давайте возьмем стрелка. Так, ставим сюда Афину, ставим сюда его и по центру поставим. Вот так. Я надеюсь, он успеет ударить первым. Ой-ой-ой, включился, смотрите, включился хранитель. И мы просто тупо убились. Убили себе в щит. Жестко, жестко. Ну, правда. Правда, он свое дело сделал. Он снес вражеских героев и ослепил их. То есть они не смогли мне ничего сделать. Ну, мы без проблем пробежались дальше. Кто там Анубис? Ну, смотрите, что Афина делает с Анубисом. Вот так вот. Без проблем, без всяких там расстановочек. Побежали еще потестим. Так, тут у нас не получится ничего. Тут мы просто так их всех убили. Ну, смотрим. Так, ну-ка попадем мы. О, попали на центр, смотрим. Вот смотрите, он ослепил. Вот сейчас только они начали бить. То есть они были под ослеплением, они просто тупо не попадали. Все, ну как бы. Да, герой для арены хорош, но если он попадет на огненную защиту, он сам себя просто снесет при таком раскладе. Вот смотрите, сейчас что с ним будет. Не успели. Мы не успели включиться. Нам повезло. Вот он ослепил. Все, мы без проблем себе их бьем. Они нам ничего сделать не могут. Просто миссает. Хорош, хорош. Мне он нравится. Уже нравится опять. Так, давайте дальше еще одного убьем. Вот как раз против Вольта. Вот мой сработал первым. Не, его сработал первым. Наложил на меня ослеплялку. Сейчас должен мой включиться. Вот мой включился. Хорош. Без проблем сейчас опять затащим. Афина тут, конечно, бешеный урон показывает. Но это не балашный вариант. Балашный вариант поярче будет. Так, вот так вот. Затащили. Давайте теперь еще тестанем в забытой битве. Я на нее вообще забил. Так, уберем. Какая тут у меня пачка? Это пачка убойная. Так, тут череп, рино. Держимый. Давайте уберем. Его поставим сюда.
Все равно без ремки поставим сюда вольта. Вот так вот. Сохранить. Я того обру поставил. Вот, теперь того поставил. Обновить. Побежали. Где там эта пачка? Вот она. Сейчас тут должно быть интересно. Он должен ослепить первым. Они не смогут просто попасть. Да, вот видите, что происходит. Они просто не смогли попасть вовремя. Ну, конечно, тут опять же... С моими нуба-героями без рун, без пэтов сложно. Но он свое дело сделал. А тут мы просто его разобрали. Тут герои получше собраны. Тут хотя бы руны стоят на них. Так, и смотрим, третья пачка. Ну, третью пачку сейчас могут Сарасом убить. Да, тут конечно, убьют. Давайте еще разок. Давайте сделаем по-другому. Сделаем вот так. И вторая будет та. Вот. Вот так вот. Ну-ка, сможете осилить Некроса? Ну, ворожай, давай. Ну, не выстоял, не выстоял. Жалко. Так, смотрим. Вольт на вольта. Вот мой первый ударил, поставил ослепление, вследствие чего Афина ничего не смогла вместе с другими сделать. Мы вообще без проблем просто прошлись. Вот тут опять сейчас сольемся. Так, хорошо. Давайте кого-то другого поищем. Ну, 6 целей, это уже хорошо. Если у противника... Так, тут что-то непонятное, винегрет какой-то. Если у противника там приспешники вылазят, тыковки всякие, вертолетики новые, то в принципе это нам поможет, чем побольше цели захватить. Ну и соответственно урона будет немерено. Так, убивайте уже этого черепа. Вот, видите, что стрелок там делает? Просто ужас. Вот ворожей с каменкой стоит неплохо. Надо как-то не полениться. Начать обратно ходить сюда. Ну, каждый день переставлять 1000 рун. Так надоедает. Ну вот он включился. Ну и все, вражеские герои там в принципе... Под ослеплением половина была. Без проблем. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй. Не вовремя сработал. Ну, хорош, хорош, хорош. Не, не затащим. У кого-то корка стоит. Надо будет тоже, кстати, поставить корку. Новую рунами. Да, Некрос кого-то мне. Анубиса не могут осилить. Жестко, жестко. Да, Анубис хорошо сносит, я вам скажу. Смотрите, хранителя практически разобрал. Причем бывашный вариант. Надо будет корку поставить. И Вальку надо вернуть сюда. В эту пачку. Это надо будет заняться пачками. Но сама суть, что Вольт реально оживился точно так же, как и Варлок. Стал более интересным, потому что раньше... Вы смотрите, что одержимый тут делает. Да он просто их унижает всех. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, чуть-чуть. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Так, ну давайте еще разок на него нападем. Вот так вот. Бам.
Кого они там так бьют долго? Черепа, что ли? С коркой. Не дает видеть, и корка очень актуальна на таких локациях. Так, ну, включился. Да, вот он включился. Он просто не дал сработать его героям с умениями, они просто не смогли попасть. Вот большой плюс. Пачка вроде тоже хорошая, такая же, но видите, первым сработал, включился, выключил их. И все. Так, хорошо. В принципе, думаю, все. Вот такой вот обзорчик у нас был. Герой достойный. Всегда был и есть. Актуальность немножко его утеряна. Но с прокачкой на 12 урон вырос. Цели плюс одна цель, плюс действие ослепления. Оно того стоит. На 11 можно смело качать. На 12 это уже по возможности. Постараюсь еще заснять разные локации с ним, прохождение архидемонов тех же, посмотрим, какие будут изменения. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.